Приветствую всех, с вами Ольга и проект Elite InfoBiz. Данный обзор будет на торговую платформу, которая располагается на сайте accent.net. Позиционирует себя как солидный брокер со стажем. Вся информация, которая здесь представлена, складно написана, но, к сожалению, к реальности не имеет никакого отношения. Указано, что сайт работает с 24 года. Мы проверили регистрацию, и зарегистрирован он 25 апреля 2024 года. Также указано, что управление компанией и надзор за деятельностью осуществляется управлением по финансовому регулированию и надзору Дубая. И также предоставлен номер лицензии. Но в комиссии по ценным бумагам Дубая такой лицензии нет. И в комиссии по ценным бумагам Кипра тоже аналогично, лицензии нет. Информация липовая. Разводят пользователей здесь через второй сайт. По факту все это финансовая пирамида. Вывести деньги отсюда нельзя, поскольку платформа работает только на прием. Контакты, которые указаны, липовые, потому что подразумевают, что никто не будет общаться с пользователями. Все деньги, вложенные в данный сайт, останутся у мошенников. Elite InfoBiz не рекомендует вам данный сайт. Также вы можете аналогичных клонов много встретить по сети. Будьте осторожны. Если обзор был полезен, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы быть в курсе всех мошеннических сайтов. Присылайте нам свои проекты, мы их обязательно проверим. С вами была Ольга, проект Elite InfoBiz. Всем пока!